Следуя примеру своих коллег из грузового сегмента, компания Volkswagen Коммерческие автомобили предложила клиентам так называемый сервисный контракт. Приобрести его можно только с новой машиной. Пакет включает два первых ТО, которые можно пройти в течение 2 лет или пока одометр не насчитает 40 тысяч километров. Заказывая сервисный контракт вместе с автомобилем, клиент получает значимое ценовое преимущество 25% от обычной розничной цены. Это одно. И второе, на 2 года эксплуатации клиенту фиксируются цены на момент подписания, на момент размещения сервисного контракта через CAR-конфигуратор. Фиксация стоимости ТО – значительное преимущество, ведь цены на запчасти и работы переписываются в большую сторону регулярно. Ну, цены на запасные части, они могут меняться несколько раз в год, они могут меняться в течение, не знаю, всего года, ежемесячно, все зависит от экономической ситуации в стране, да и в принципе в мире. Ну а стоимость нормы часа пересматривается, как правило, где-то раза 2-3 в год. Поэтому повышение цены, если в совокупности посчитать рост стоимости работы запасных частей, ну, я думаю, что это будет довольно-таки существенное подражание. Впрочем, ощутимой скидкой и фиксированными прайсами список преимуществ услуги не ограничивается. Важно, что воспользоваться ей можно в любом официальном дилерском центре страны, а не только в том, где автомобиль приобретался. Ну и одним из важных преимуществ, особенно для корпоративных клиентов, является то, что наша программа «Сервисный контракт» имеет федеральный характер. Таким образом, покупая автомобиль, например, в Москве, получая автомобиль в Москве, клиент имеет возможность воспользоваться этой услугой в любом городе Российской Федерации, где есть либо официальный дилер Volkswagen коммерческих автомобилей, либо сервис-партнер марки Volkswagen коммерческих автомобилей. Федеральный характер – это то ключевое преимущество, которое у нас есть. Удобно и то, что клиенту не нужно возить с собой какие-либо сертификаты. Дилеры проверяют наличие опции по идентификационному номеру машины по внутренним базам. Пока программа распространяется только на модель Volkswagen Caravelle. Чуть позже к ней подключат и другие автомобили, а со временем даже поддержанные. Кроме того, в планах компании расширение пакета до 260 тысяч километров пробега и большего количества плановых ТО. Добавим, что за 2 месяца услугу подключили более чем на 100 автомобилях.